В России, и в частности в Рязани, Хулио впервые. Здесь он взял на себя благородную миссию преобразить один из технических объектов Дашково песочни возле культурно-досугового центра «Октябрь», чтобы подарить и жителям микрорайона, и горожанам в целом кусочек яркой культуры Венесуэлы. Однако и Рязань оставила свое впечатление в сердце художника. En pocos días, bueno, creo que tengo varios amigos en Rязани. За эти несколько дней, я думаю, что у меня появилось несколько друзей в Рязани. Además, amigos que se sumaron a apoyarme a la obra voluntariamente. В том числе те люди, которые захотели мне помочь на добровольных началах. Cosa que valoro mucho porque parte de mi trabajo plástico y artístico tiene que ver con el arte relacional. Это очень приятно и важно для меня. Los joroperos o los bailantes de danzantes de joropo están en Rязани. Por eso quise hacer el Kremlin. Entonces, bueno, es una noche mágica donde bailando llegaron a Rязани. Да, действительно, эти танцоры хоропо танца, они находятся в Рязани. Танцуют этот мистический танец именно здесь, на этой земле рязанской. О своем творчестве сам художник говорит так. Моя художественная работа включает различные практики самовыражения. Граффити, мурализм, инсталляция. Это позволяет экспериментировать в общественных пространствах, говорить на языке улиц. В этом смысле мой поиск был направлен не только на техническое исполнение, но и на социальное взаимодействие. Я исследую опыт посредничества в современном искусстве. В городском пространстве возникают диалоги, противоречия, открытия. За этим очень интересно наблюдать.